Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. 80-летняя жительница турецкой провинции Хатай недавно потеряла деньги, собранные для приобретения животного Курбан-Байраму. Она обратилась с этой жалобой в местную полицию. В самое ближайшее время к ней приехал целый наряд полиции. Что нового? Как поживаешь? Как твои дела? Дай Аллах вам здоровья. Пусть я стану выкупом для вас. Вчера нам говорила, что ты собирала деньги на пожертвование Курбан-Байраму, и что ты потеряла эти деньги. Да, говорила. Мы искали твои деньги, но не нашли. Что мы будем делать? Никаких проблем, ты не беспокойся. Много искали, но все равно не смогли найти. Пусть я стану выкупом для вас, мой дорогой. Подойди сюда на минуту. Пойдем с нами, тетя Рахмет. Начальник районной полиции передает тебе огромный салам. Наш начальник Хайри Шахин тоже передает тебе салам. Ва алейкум салям, ва алейкум салям. От имени сотрудников районной полиции захотели сделать тебе сюрприз. Ты же деньги собирала для пожертвования. Пусть я стану выкупом для вас. Оказалось, что полицейские собрали необходимую для покупки животного сумму и решили тем самым порадовать пожилую женщину. Я потеряла деньги, которые собирали для пожертвования. Полицейские искали, но не нашли и привезли мне жертвенное животное. Пусть Аллах им воздаст. Пусть Аллах будет доволен ими. Аллах разъяснит. Аллах разъяснит.